Всем привет! У нас новая игрушка. Почему-то только без звука. Надеюсь, музыка будет дальше. Называется она Wild Runner Adventure. Погнали! Барьер не спасут. Повторное прохождение одного дает нам меньше наград. А вот и музыка. Та-дам! Так, нажимаем. Побежали. Прекрати внимание сокровища. Ничего так. Ничего себе, такие выкрутасы. Мы поймали этого воришку. Так, ну что? Теперь че? Так. Что тут у нас? Золото, молото. Достаточно памяти. Что дальше-то? Погнали. Число звезд прохождения зависит от числа звезд, собранных во время приключения. Отлично. Чем больше звезд, тем круче. Погнали. Та-дам! О, какая веселуха! Та-да-па-па-ра-па-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Ничего себе, как много звезд. Веселуха! Прикольная игруха. Внимательно. Мы прошли, ура! Бутылок с золотом наш. Веселуха, веселуха. Вот такой вот раннер. Получим от своего игрока и так поделиться. Мы не все собрали, мы одну звездочку не собрали. Ну надо же, а. Вот мы даем. Побежали дальше. Та-та-та-та-та-та. Так, побежали. 6 горошов, все будет хорошо. Стой. Эх, не поймал. Главное аккуратненько. Ну как круто. Пробежались. Золотишко привалило. Ля-ля-ля-ля-ля. Но мы, к сожалению, не все звезды собрали. Ну ладно. Потом, если что, будем это тренироваться и идти дальше. Такой пузатик тут. Погнали. Внимательно, высоко. Ой. Да ладно. Ну-ка заново. А как же мы так? Ничего себе, представляете, мы упали. Попробовать еще раз. Уже монеток так больше подкопить, жизнь больше станет. Пока у нас столько мало. Так что заново, погнали. Что-то я неправильно сделал. Что это было?
Оп. А, нельзя, знала. Ладно, погнали. А, вон оно что. Надо было все-таки прыгать. А я думал, прыгать не надо. Еще раз. Погнали. Чемпионы, чемпионы, чемпионы. Ребята, вперед. Да куда ты? Надо проиграть. Что-то мы все перепрыгивали. Неожиданный поворот событий. Да. Я специально, извините, мне нужно собрать все-таки все. Не все, там больше, мы много чего пропустили. Поэтому погнали. Ну, чемпионы, давайте. Вперед. Так. Внимательно идем. Вот это другое дело. Ай, что-то я рано. Ой, все, 3 звезды не собрали. Нехорошие мои люди. Ну, все равно неплохо. Плюс 200 золотых. Да, мало он из золотых. Ну, как вам игрушка, ребята? Ставьте лайки. Мы познакомились с новой игрушкой. Ну, вроде так ничего так. Так что, если вам все понравилось, пишите об этом. Само собой, подписывайтесь на канал. И, возможно, если вам все понравится, лайка будет много, то будем еще снимать про эту игрушку. А пока, всем пока-пока!